О, венец. Привет, венец. Билд на венец. Билд на венец. Это просто кайф. Итак, план. План называется билд на венец. Как вы... Мы выигрывали с венцом или нет? Чат, напомните мне. Чисто, чисто через венец. Я левитирую. А, промахнулся. Чисто через венец когда-нибудь выигрывали или нет? О, еще и экран глючит. Зеленый. Вот здесь. А что он здесь глючит? Зеленый экран. Что ты глючишь? Эти лампу на него посветим. Виднее. Через венец нереально пройти. Всегда руина в конце. Посмотрим. Так, нам нужен либо кинжал на яд, если мы хотим не рехнуться, закликивая дверей. Либо амулет на скорость. И книжка на яд потом. Книжка на удвоение яда. Книжку можно взять сразу. Потому что книжка на удвоение яда нужна. Только раз, два, три, четыре. Да. Амулет, либо кинжал на скорость и книжка на яд. Камень на пустые слоты, вы правы. И камень на пустые слоты, это без книжки? С камнем на пустые слоты можно будет сыча убить. Камень на духовный урон теперь синий. Он здесь не может выпасть. Здесь может камень на скорость выпасть, да? Книжка на яд не критична. Окей. Тогда скип. Сердце. Сердце, амулет. Амулет можно взять, но я буду скипать. Я не хочу ничего брать пока. Я не буду брать ничего, кроме критических предметов сейчас. Нет смысла. Защита в каком-то смысле заменяет скорость. Фармим полностью этаж. Потом смотрим. Потому что если ты заблочишь, ты все равно противника замораживаешь потом навсегда. Так, что у нас есть? Илки, два сундука. Два сундука. Призма. Призма тоже вариант. Духовным уроном. Ура! Час ночи. Дождалась. Лолечка. Спасибо тебе большое за донат 48. Час ночи. Поздравляю. Я вчера тоже в 3 лег, поэтому понимаю. Понимаю тебя. Отлично. Сейчас один забег и заканчиваем. Сейчас выиграем быстренько. И закончим. Чат, вы правы. Нужен обход блокаторов. Что, какой предмет обход блокаторов?
Ледоруб даст много урона, я понимаю, но урон не критичен. Рокировщик? Точно. Рокировщик даст обход блокаторов. Но мы знаете, как запаримся с рокировщиком кликать? Фиол-амулет и синие штаны. Окей. Амулет и штаны. Мы с рокировщиком запаримся убивать обычных врагов. Они будут вот так вот туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда по 100 раз, пока мы их закликиваем. Мы рехнемся. Нельзя. Не берем. Амулет в предпоследний слот. Ага, то есть, ну не амулет, а этот, как он называется, медальон. Тогда мы не берем ледоруба, да? Не тракировщик сумасшествия. Ищем камни. Так. Точность к проклятию минус 30%. Какой трэш. Не нашли. Непостоянство. Непостоянство. Подрывники? Чего непостоянство? Вроде ничего опасного. Ну вот эти есть, но это не смертельно. Так, сюда, сюда. Тебя тоже кликнуть. Сейчас мы хилку возьмем. Блин, ну мы тут пройдем? Окей, мы здесь можем пройти. Живо. Итак, заморозки. Класс. Да, мы закликаем. Нужно максимум душ на рероллы. Вот синяя шмотка. Что еще закликать? Одного из этих закликать, да? Свиток заморозки можно взять. Окей, всех закликали. Ищем штаны призрака. А, костюм лучка. Костюм лучка минусует скорость, но дает весь урон. Ожерелье призраков. Урон от проклятия также поражает существ поблизости. Не. Штаны обход блокад. Темные штаны. Не те штаны. Неправильные штаны. Заморозка каждые 4 атаки. Перетасовка подземелья при убийстве взрывных существ. Ролл. Еще раз. Вот она. Позволяет обойти блокаторов. Вот они, штаны. Нашли. Окей, штаны найдены. Все, мы обходим блокаторов. Что еще? Это наш еще один предмет. У нас есть один слот. Какой самый сильный предмет будет для венца? Камень на пустые слоты. Синий, да? Камень на духовный урон. И у нас будет урон, да. Но он синий. Сейчас пока что можно любой другой взять камень. Мы не найдем его. Так. Камень на минус броню. Тоже вариант. В общем, камни всех видов и размеров нужны. И лутбокс нужен еще. Он сбежит, что ли? Козел. Сбежал.
Мисплей лутбокса. Мистер Ай, привет. Значит, мы идем за камнем на духовный дурон. Дурон? Духовный урон. Есть вариант с омутом душ? Ну, верно. Если омут душ... Если омут душ использовать на сыче, ну, сколько нам душ нужно будет? Если коротко, все, да? Вообще все души. Я не знаю, как это мы провернем. 1200? Да, наверное, больше надо будет, да? Нужно будет вообще много. 3 косаря, я думаю, нормально. Камуфляж от стрелков нету ничего. Ну, блин, со стрелками придется просто осторожней. Окей, надо срочно этого поймать. Пожирателя. Пока он всех не сожрал. Змея. Скорости пока критически не хватает против змей. Наверное, на нее свиток фиганул, да? Потому что хилки только проклятые. О, жертва амулета, отлично. Значит, можно взять амулет. Если найдем амулет, берем. Блин, минус 2 на ити амулет я не хочу брать. Плохой амулет. 3 атаки круто, но... Ну же, игра. Давай. Пожалуйста. Ложка. Серьезно? Нету. Ого, сколько соратников. Потрясение нас убьет или нет? Варлок, ты давно с Украины уехал, и правда ли это? Правда. Где-то лет 11 назад. Очень давно. Девять хп убьет, наверное, да? Заплюют, да? Свиток заморозки бы. Сэм мне хочет шубу дать. Сэм морозится, но он меня шот. У него 14 скорость. 17 плюс 5 атака. Шуба мне не нужна. Ну, мне нужны души. Чат, закройте глаза. Вы ничего не видели. Никому не говорите.
лутбокс слева. Синий сундук надо набрать. Нужно набрать 40. Шипастого мы закликаем. Йоу! Ачивка получена. 10 тысяч килов. 44. 44 души. У лучка не то. Ожерелье призраков тоже не то. Минус камень. Нету камня. Многогранный кристалл бы сдать. А, стоп, кристалл это в камень идет. Да? Берем этот кристалл. Он идет в слот под камень. И мы его потом заменим. Да? Я не могу его взять. У меня одна душа, я дурак. Надо в долг. В долг. Хотел сказать, берем в долг, чат. Быстро деньги просто оформить. Быстро души. Следующие зарплаты все отдам. В долги влезать не буду. Сразу. Только получаю зарплату, сразу выплачиваю. Два синих сундука. Подожди, а что будет, если еще раз к соратникам пойти? Интересно. Осторожный маневр. Засада. Засада, синяя шмотка. Засада, синяя шмот. Главное это, шипастых аккуратно. Если они тут будут. Оп. Так, все, затащили. Фиол? Не синий, фиол. Я думал, сейчас синий получим. Черт, а зачем мне фиол? Меч на яд. Это вариант на самом деле. Вместо камня. Но это очень хороший урон. Три атаки по сычу. Это будет весь яд. Нормально, берем. Все, камень сбрасываем, потому что не нашли его. И не знаю, найдем или нет. Сейчас такой, раз, камень. Окей, свиток использовать. Сразу. Заяц слева. Там стрелок справа. И теперь... Нужно накопить много душ. И потом фигануть этот свиток. Скорости нету. Жизни нету. Ну да, правда, но жизни переоценены. Все, синий шмот не нужен. Будем играть через яд. Наитие, скорость. Ну, хп и чуть-чуть для и защиты на всякий случай. Нестабильность для нас не играбельна. Засада, мы будем идти просто за душами, по большому счету. Нестабильность лучше всего, там много душ. Но засада там тоже души. Здесь, по идее, не должно быть худосочи еще.
Повезло, что они одновременно оба шипастые не были. Ну. Джима. Вот молчал бы. И... Может быть... Что-нибудь бы получилось получше. Спасибо, комедия. Спасибо, игра. Большое тебе спасибо за... За все, что ты для нас сделала, игра. Я хочу еще раз. Дайте мне венец снова. Не дают венец. Эх. Венца нету. Я попробую еще раз нам венец поискать. Найдем, то будет классно. Венец, венец. Я недоволен тем, что случилось. Очень недоволен. Драгоценность здесь правильный ход, если не играть в венец. Можно просто пойти выиграть. Я еще один этаж поищу. Венец. Не венец. Это повязка, которая в тот же слот, что венец идет. Рестарт до венца. Дождите. Штаны у нас в нужном слоте для венца. Венца нету. Где венец Лебовски? Спрашиваю, где венец? Венца нету. Эх. Найти за пустые ячейки. Венец. Требую. Нагрудник. Лучший белый предмет. Требую венец. Катализатор. Супер хорошая штука. Но нам нужен венец. Где его взять? Денег нету, ничего нету. Один хп. Засада. Мы играем на венец. Я перезапускаю. Не этот. Ставки не выдавать. Мы рестартуем до венца. Я себе решил поставить сегодня цель. Мы пробуем сделать забег на венец. В засаду мы больше не пойдем. План готов. План надежен. Как часы из Швейцарии. Нам нужно максимум душ нафармить перед тем, как открывать. Серьезно? Вот этот выгоднее. Можно здесь сделать килл. Один хп. Но это все, что нужно для победы. 10 душ есть. Раз. Венец есть. Окей, мы нашли его. Ноль проблем. Венец был найден.
Теперь. Мы можем взять штаны. Потому что штаны заменятся потом на синие штаны, которые дают уход от блокаторов. Берем любые штаны, которые более-менее. Эти штаны более-менее дают хп, дают, кстати, нам килл вот этой обезьяны, которая собака. И, кстати, яд дают, чуть ускорят процесс. Потом, немного хп для защиты просто. У меня есть план, план готов. Мы знаем план, время делать ачивку с этим планом. Нужны синие штаны. Мы можем слот для штанов занимать. И либо слот для оружия, либо слот для камня. И то, и другое. Оружие фиолетовое, это... Оружие фиолетовое, это на скорость этот кинжал. Либо камень. Мы можем еще взять вот это и скармливать его в пожиратель, но... Можно сейчас ледоруб взять. Хорошие статы. Но тогда придется обязательно искать фиолетовую саблю. Не, я не знаю, что сложнее найти. Кинжал синий. Сабля. Сабля. Новая сабля на этот... на яд. А фиолетовая будет. Но ледоруб сейчас нас усилит. Стоит оно того или нет, не знаю. У нас 2 хп. Камень на наитие был бы, конечно, круче. Сложный выбор на самом деле. 4 скорости, дело в том, что мы не особо тут сейчас проходим все. Пика тоже пройдет. Морозит при атаке в обходе. Пика пройдет ли? Ну, сыча пикой убивать. Ну, мы можем. 800 раз просто придется его ударить. В теории. Можно пикой. Я ролю. Не берем. Риск, дело какое? Верно, благородное. О, нет. Спасите. Сколько у песиков здесь скорость? 5. 50 на 50 ролл. Возможно, мне нужно топор взять, чтобы сейчас не этот. Чтобы выжить. Да? Технически мы выживаем. Топор лучше ледоруба, кстати. Потому что нам важна только скорость. Ладно. Бра. Фейл. Ну, может, еще не фейл, подождем. Я, кстати, могу сейчас убить. Мне больше передышек не будет давать, но это буст 33 души. С барьером. Передышки нам, он... А, подожди, или он не замораживается? Этот сыч замораживается? Или нет?
33 души нам не нужны? Нужны. Нам здесь искать теперь. Можем проверить. Давайте проверим. О, замораживается. Сядь, закройте уши. Не смотрите. Клик-клик-клик-клик-клик. Бедный сыч. Он просто хотел помочь. Бедняга. Окей, скорость есть, прорицание мы не берем. Фонтан жизни не нужен. Нам нужно терпение. Терпение — это наш главный заработок будет. Потому что в терпении мы можем все души получить, 100 раз кликнув. Торты, ну тут без разницы. 48 ударов ножом. О, как раз свиток заморозки. Змея, осторожно. Поток проклятые хилки. Нафиг змею, да? А, подождите, или я тупанул, Сыч теперь подарочки не будет давать, да? Мисплей подарочков. Или он подарочки дает, но там просто Сыча нету. Окей. Синие предметы. Ищем. Кто ищет, тот найдет. Штаны на... На шипы не нужны. Штаны на обход. Естественно, сразу выпадает полтергейст. Тут же. Но мы его уже не можем взять. Как всегда, эта игра умеет так делать. Когда тебе что-то нужно, ты этого никогда не найдешь. Когда оно тебе не нужно, оно сыпется. Ладан, отравление при обходе. Больше скорости. Я возьму этот ладан. Пробуем его. У меня был броня 1. Зато 19 хп. Почему у меня так много хп и так мало брони? Морозишь и ходишь туда-сюда. Да. Тактика. Проверим? Нет, не работает, ребят. Не пашет. Эх. И надо заморозить большого мужика главного. О нет, заяц. Заяц, не трогай меня. Как мне сбежать от зайца? Заяц, какая у тебя скорость? 9. 50 на 50 ролл. Бежим? А куда бежать-то? Там тупик.
Ролищи айтемы. Я просто вытащить здесь саблю. Если мы откроем фиол, там будет сабля. Мы убьем зайца. Но умрем от масс урона. Прыгайте с него. Против него обход не помогает. Незаметность против него не помогает. Я 50 на 50 ролл. А-а-а! Спасите! Они мы нашли саблю! И мы сейчас умрем! Саблю нашли. У этой игры явно есть чувство юмора. Вот что у этой игры не отнять, она умеет это делать. Каким-то образом она знает, в какой момент чего тебе подсунуть. Она просто мастер в этом плане. Эти разработчики, они гениальны. Ни больше, ни меньше. Окей, ищем венец. Я сегодня настроен на венец. Оп, черный опал. На черный опал я тоже настроен. Есть. Окей, венец есть, черный опал есть. Отлично. Черный опал, все души. И теперь мы... Теперь нам нужен полтергейст туда. И штаны. Так, Сыч. С тебя только штаны. Извини, Сыч, что я тебя в прошлом забеге отпинал. Ничего личного. Так, лутбокс. Первая очередная задача здесь. И любые штаны. Мы идем за лутбоксом. Сначала лутбокс, потом все остальное. Так, скорость, защита, полтергейст. Скорость, защита, полтергейст. Скорость важнее защиты. Скорость, защита, полтергейст, штаны. Штаны? Это штаны. Нам нужны эти штаны? Ну, пока что пойдут, хп дают, да? Хп, урон. Ну, надо брать все, что можем взять. Или можем одеть, надо одевать. Берем штаны. Есть штаны лучше, но там у нас есть еще и другие эти. Окей, защиту. Пилку. Чуть-чуть поролить на штаны получше. Немножко, все. Окей, штанов нету. Скип. Итак, движение тени сразу использовать. Передышка могут быть статы. Мы не будем бить Сыча в этот раз. Не трогаем его. Чем убивать Сыча, если со свитком вырубится венец? В смысле? Почему со свитком вырубится венец? А, ты имеешь в виду свиток на плюс 10 ко всем статам? Духовным уроном. Духовным уроном вот сюда. Синий предметный духовный урон. Этот опал. Свиток мы используем и все. Мы его используем. Свиток на статы за души мы просто будем использовать. Окей, еще блока. Скорость отлично. Штаны. Нормальные штаны. Штаны, которые дают скорость.
кинжал, прости, сегодня не твой день. Штаны на скорость. Нет штанов. Ну, не очень-то и хотелось. Все, больше мы штаны искать не будем. Будем ходить в этих штанах, будем искать синий шмот. Фонтан, соратники. Не буду. Я сдержусь. 5 душ того не стоит. Я буду спасать природу. Синий сундук. Не надо было ролить, да? Не накопим сейчас на синий сундук. Хотя лучше даже его не открывать. Лучше накопить. И лучше накопить, когда у тебя будет там 150, что-то там такое, душ, открыть большой, хороший. Мне бы надо взорвать эту змею. Нужно сейчас пройти направо, потом налево. Получим 4 урона, но минус змея. О, 4 скорости, отлично. 11 скорости есть. Класс. Да, я даже не буду здесь синие открывать сундуки. Копим сотку, к примеру. 150. Ее потом ролим. Ой, свиток не работает, точно. Заморозка не работала. Дисплей. Так, шипастые. Ай, да, мы не ходим в... Мы не ходим в засаду, в принципе. Потому что шипастые, да, автосмерть. О, синяя шмотка на шару. Прекрасно. Еще скорости. Мы обгоняем змей. Еще скорости. Обгоняем всех. Я не помню, сколько скорости нужно. Терпение, все души. Масло. Масло, вся скорость. Но она не так уж актуальна. Варлок, в засаде можно ходить, почему автосмерть? Я забыл, что в ней можно ходить. Масло даст минус одну... Минус один наитие. Каждый ролл здесь, так как открытие нового сундука, правильно? Штаны получше, чем мои штаны. Но, не, но нужны другие штаны. Ледяной кристалл. Урон существу при заморозке. Лучше, чем то, что у нас. Почему стоп? Чат, та штука на скорость не нужна. Нужна не на скорость, а на духовный урон. И нужно... Нужно штаны на обход блокаторов. Вот они. Штаны на обход блокаторов. Бум, найдены. Минус все хп. Опять у меня 7 хп. Кому сейчас легко, да? Фу. Так, надо взять хп.
Или нафиг хп. Надо взять хп. От мисплея в защиту, да? На всякий случай. Одну секунду. Один момент, сейчас. Парлок, что сегодня ел? А я сегодня готовил... Я наконец-то, ну точнее не сегодня, как я уже говорил. Вчера ночью я замутил рис с курицей. Я целую огромную миску риса приготовил и 8 куриных ножек сделал на сковородке. Они такие классные получились. Карри, и эти куриные ножки тушеные с карри под крышкой. Час. Очень мягкие и кайфовые. Так что да. Ну и так в этот по мелочи там яичницу утром, что-то такое. Людям нужны две вещи: хлеб и зрелище. Зрелище уже есть, осталось принести хлеб. Кстати, как отношения с картошкой? Давно я, блин, картошку не покупал. Что-то у меня в последнее время картошка отпала из рациона. Единственное, что я покупал, это бэйби картофель, который маленький, круглый такой. Ну, типа, молодая картошка, мелкая. Финики лучше хлеба, я согласен. Вот у меня тут финик, кстати. Кстати, о финиках. Спасибо, что напомнили. Я сейчас съем финик. Вкусный. Спасибо. Чат, что напомнили. Хороший финик. Поделиться, простите. Смотрите, какой. Держите, чат. Приятного аппетита. Сразу плюс 6 зрителей на стриме. Чаще включать музыку, есть финики и кликать. Мы закликаем всех. Как только мы найдем духовный урон, это все сразу изменится. Мы станем властелинами. Вам нужно 20 с чем-то. Окей, фиол мне нужен. Имею в виду, нет смысла его бесплатно не открывать. Но я тут ничего не ищу. Свиток гностата есть в фиоле, но его нужно сразу использовать, да? Все, больше ничего. Тапки на световой урон? Все, поздно, нельзя. Потому что нам камень нужен. А вы правы, тапки на световой урон подошли бы. Я, кстати, не подумал об этом. Можно их вместо камня на духовный урон. Но хп где? Где для них хп взять? Тоже вопрос. Я вижу много синих.
сундуков. Окей, 23. Подожди, у меня теперь 0 урон. А, ну у меня один пробивного урона всегда есть. Свиток на душе. Свиток на душе сейчас-то 4 стата. Нельзя. Нужно открывать и ролить. Камень. 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 Не тот камень. Другой камень. Нет. Нету. Чем убивать сейчас? Духовным уроном. Ты что делаешь? Там же второй сундук. Ролл за 20 лучше, чем за 40 открывать второй сундук. То есть, если ты открываешь сундук за 40, то, в принципе, можно было второй сундук открыть и паролить несколько раз подешевле. Может, оно в итоге выгоднее было бы. Не знаю, там, АО, что точно будет выгоднее, это вот это открыть бесплатно. Вопрос, нужна ли мне еще скорость? Амулет? О, амулет, исполнение желаний, отлично, 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 отлично. Там нужно 20 с чем-то скорости. И все. Больше не нужно. Окей, мы открываем это и ролим. Если найдем амулет нормальный, можно взять. Амулет! Ради 5 наития стоит взять друг лягушек и превратить его в амуль... переработать его на статы. Ходосочи 34 скорости? А, я не помню. Пять наития стоит того. Нам их больше взять негде. Переработка лягушек. Утилизация. Еще наитие. Так, мы за лутбоксом. Сколько у тебя скорость? 15. Подожди. Ну, я же тебя замораживаю. У меня 25 скорость. Я должен его заморозить. Не понял. А, свиток. Дурак. Свиток. Я забыл. Я беру хп нам. Мне стрёмно с таким хп ходить. Вулкан. Тоже бы переработать вот такую штуку, но... Не получится.
Амулет, позволяющий обойти блокаторов. Вот, его можно еще вместо штанов. Кстати. Бы можно было штаны снять, его можно было бы взять. Но его сложнее найти, он все-таки фиол. Так. Охотник, здравствуйте. Ваши очки IQ только что упали на 10 единиц. Это очень грубо. Я вижу. Кликаем слизня 100 раз. Почему 100? 60 всего лишь. Худосочи 14 скорость всего лишь. Изи. Че кликнул только что? Чат читал. Чат читать вредно. Статы, 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 статы. Нам не нафиг статы не нужны. Даже. Нет, к черту этот свиток улучшения. Мы все равно статами не выиграем сыча. Уже. Никакие статы нам сыча не убьют. Что нам нужно? Это синие сундуки и духовный урон. Все. И не идти в темные дни. Ай, беда. Лайк, Шенни Рейк, привет. Челлендж на венец? Ну, мы как бы не собирались венец делать, но я решил, что мы будем... Что мы будем играть через... через венец. Мы пытаемся это сделать, потому что мы много раз пробовали и ни разу не смогли, поэтому... Да, кстати, насчет рекламы мобильной, потому что я вижу в чате, что вы обсуждаете. Я сейчас играю в этот, как она называется, игрушка на телефоне. Rogue Adventure. Там тоже реклама вылезает. Мне надо бы купить безрекламную версию, но я что-то все время пропускаю. Кто? И у меня такое ощущение, что реклама в мобильных играх, вот то, что... В рекламе показывают, этого в геймплее вообще нету, да? То есть Хроники Хаоса вот рекламируют на мобильном телефоне. Там же, наверное, даже геймплей другой. Они просто как-то эту рекламу специально делают, чтобы она байтила человека кликнуть на нее. Она по-хитрому так сделана, да? Очень хитро сделано. Блин, где синие сундуки, йоу? Нет, тут, конечно, сундуки-то хорошие, только... Посмотрите на этот джекпот. Только он мне не нужен. Да, там, где рыцарь спасает принцессу постоянно и фейлит. Так, что-то у нас тут проблемы. Надо уходить направо. Надо пожрать, это ловить. Она байтит на закликивание крестика, в итоге попадание на рекламу. Да! По-моему, так и есть. Потому что я так понимаю, что эти все хроники хаоса это просто
Ну, гринделки, типа полукарточные. Ну, где ты собираешь там чемпионов, апгрейдишь их, вся фигня. Что я, в принципе, против этого жанра ничего не имею. Я играл в Лигу Героев, к примеру. Прикольная игрушка. Мне нравилось. Ну, просто как они, интересно, к рекламе подходят и такую штуку делают. 99,5% мобильных игр уныло более чем полностью. Но я дело в том, что очень мало их играл. Даже не могу сказать свое мнение особо. У меня есть подозрения, судя по тому, что я видел в интернете, читал. И как бы... В принципе... Я лутбокса пропустил. Ну, ё-моё. В принципе, представляю, но... Этот... Я не уверен, что они прямо... Там много плохих. Но там есть хорошие игрушки. Даже Лига Героев мне нравилась. Геймплей там хороший. Она в итоге упирается в донат того размера, который ни с какой стримерской зарплаты нельзя платить. Только с зарплаты этого... Не знаю кого. Шейха. Но, в принципе, сам геймплей хороший. И карточные рогалики неплохие есть. Rogue Adventure, Tavern Rumble. Очень хорошие карточные рогалики. В этих жанрах есть хорошие штуки. Комп уже не играю, только стримы, сериалы с фильмами смотрю. Блин, я не смотрю фильмы и сериалы вообще. Я наоборот в комп играю и смотрю YouTube, Twitch вместо фильмов и сериалов. Пираты тоже мобильная? Но этот... Пираты очень хорошие. По пиратам не скажешь, что они мобильные. Но... Пираты... Это компьютерная игра, портированная на телефон? Или телефонная игра, портированная на... Или телефонная игра, портированная в Steam? Как они были сделаны изначально? Телефонная игра, портированная в Steam? Круто. Слушай, ну... Ничего не скажешь, игрушка огонь. Очень хороший, хороший рогалик. Просто отличный. А мне больше скорости не нужно. Пирать это донатилка. Та же самая без геймплея и рекламы. Чего? Чувак, ты не знаешь, о чем ты говоришь. А, другие пираты. Pirates Outlaws. Я имею в виду игрушку, которую мы сегодня играли. Другие, может быть. Это хорошая. Это отличный карточный рогалик. Получше. Ну, не получше. Ну, короче, не хуже многих, которые изначально на ПК были сделаны. Колода. Пела. В общем, хорошая штука эти пираты. Плохо, что нет синих сундуков. Вот что плохо. Где синие сундуки, Лебовски? По-моему, нам звездец. Я тут не вижу у нас синих сундуков вообще. Они то ли кончились, то ли чего. Но я их не наблюдаю. Убиваем сейчас 3 часа, но его нельзя заморозить. Камень был ошибкой? Нет. То, что... Ну, ты либо камень играешь, либо меч, либо саблю.
тут как бы вариантов у тебя немного. Окей, мы берем full найти, а свиток для сыча, который до него не дотащить. Но меч, походу, легче найти, да. Потому что вот у нас сейчас кончились синие сундуки, и все. Где мне брать? Не знаю. Что вылетают? Криты, что ли? Типа минус 12, минус 16. Вон, минус 12 было. Но на самом деле 12 не отняло. Есть план. Свиток преображения. После битвы. И все нормально. Все будет в полном порядке. Всего лишь осталось найти свиток преображения и после битвы. Изи. Okay, святыня отказа может дать синий шмот? Или нет? Или святыня отказа всегда дает фиол беги. Чисто кристалл. Фиол. А может затащим как-нибудь? Свитком на плюс 10 и массовым уроном. Что я могу здесь найти? Здесь камень какой-то есть? Заменить опал. Какие есть фиолетовые камни? Я не помню. Венец найти. Есть. Нет камней фиолетовых. Мне тоже кажется, что нет. Не могу вспомнить фиолетового камня. Камень, который бьет светом. По всем. Это камень. Когда ты получаешь урон, наносит урон светом по всей карте. Но он хороший или нет для нас? По-моему, не очень. Универсальный набор есть вон. А это... Леги. Леги за легами погоняют. Будем искать легу какую-нибудь. Свиток взрыва. Я вижу лутбокс. Я вижу лутбокс, чат. Пытаюсь догнать. Не догоним. Бежал. Козел. Меня этот мужик застрелит.
сначала всех заморозить. О, господи, это будет... Это будет весело. Ну. Пошла жара. Тренинг-монтаж. Я приложу все усилия, чтобы не кликнуть по выходу. Нарежь на экран отсчета до начала стрима. Слушай, а идея неплохая. То есть чисто кликанье. И все будут в начале стрима сидеть такие: а, пожалуйста, только не это. Спасите. Кликнул на Легу. Блин. Дурак. Минус 160 душ. Ворон. Все-таки кликнул, но не на выход на Легу. Я использую свиток просто для ускорения процесса. Верлайт, привет. Да, минус 4 урона. Часы. Тоже оно. Часы выигрывают. Часы убивают свеча. Но камень все мешает. Да нет уж смысла брать. Нет. Так, я вижу там свиток. Я мечтаю, что это либо свиток статов, который даже... Опять эта штука. Окей, есть свиток яда, который на свече не особо что сделает. Свиток на плюс 10 статов не пришел. Каковы шансы на сыче найти свиток на статы? Нулевой? Мы не сможем, да? Сто процентов. Не бывает свитков у свеча? Блин. Тогда нет смысла фармить. С лутбоксов? Разве с них свитки падают? С них статы падают. Ну
Ладно, пошли. Вперед! За победой! Есть лего. Не знаю, какая лего здесь. Свиток мне по большому счету надо сразу использовать. Мы оглушили его. Чем я его бить буду? Там стрелок. О, нет. Нужно всех заморозить. Мы сначала заморозим всю карту. Первая очередная задача. Сыч, подожди. Я замораживаю всю карту, Сыч. Ой. И карта заморожена. Теперь чего с ним делать? Что с ним теперь делать? Я не знаю. Как его взорвать? Как его оглушить? Чего? Подрывников нету, ничего нету. Копье. Нужно найти копье и затыкать его копьем. 800, 500 ударов. У него не 800, 500 хп. Теперь бежим. Он не перестанет. Он бесконечно будет ходить. Он не останавливается. Книгу на урон от душ? Точно, гениально. Книга на урон от душ. Кто сказал? Гидра, ты гений. Молот на массу урон. Мы теряем заморозку. Заморозка уйдет с молотом на массу урон. Без заморозки нам звездец. То есть мы стоим, чувак посередине. Ну, мы разморозим просто сразу с первого удара любого. Проводник. Вот еще одна штука. Вместо камня. Она как-то может помочь? Деградация существа при атаке. Деградировать сейчас. Подрывников найти с деградацией. Это что-то капец сложно. Атаки наносят плюс один световой урон за каждые 4 здоровья тапки. Килд. Часы убили бы Сыча, если бы я мог с ними убивать врагов. Но я не могу убивать врагов. Что враги заморожены. Если я их ударю, они разморозятся. Они вечно заморожены из-за венца. Случайно телепортируют атакуемые
цели. Заморозка при атаке, если здоровье ниже 25%. Как полезно. Мы не сдаемся. Ладно. У меня есть идея. Если убить достаточно существ, что Сыч отстанет, и мы его сможем взорвать. Не знаю как, но убить. Или он бесконечно ходит. О, он призвал подрывников, отлично. Не надо было их замораживать. Они же теперь не взрываются. Ну и куда он пошел? Вот, идет. Окей, то есть мы атакуем, он подходит. Теперь мы отходим направо. Ну чего он массовой своей атакой не бьет? У него же есть массовая атака, которую он атакует, когда что-то там рядом происходит. Сыч, бей вот эту штуку. Может, если к нему подходить? Нет, он не бьет массовая атака. Сыч, бей вот эту фигню. Масса атакой после стана атакует? Да нет. И до стана тоже. Вот у меня еще один подрывник есть. Я убил Худосоча. Я не знаю, что делать. По-моему, нам никак его не убить. Было бы копье, я мог бы делать вот так. И где-то за 5000 лет мы бы его убили. У него скорость меньше, чем у меня, но он не замораживается. У него иммунитет к заморозке. Тут вот в чем проблема. Дать подрывникам надо взорваться рядом с ним. Изи. Да. Все верно. Он умеет подрывать их. У него есть масса атака, которая бьет вокруг него. 100% есть. Мы ее видели не один раз. Но он, я не понимаю, по какому принципу он ее использует. Мисплей. Я все-таки мискликнул. Я мискликнул, я молодец. F. О, хорошая была попытка. Сражались до последнего. Но мы практически нашли рецепт уже. Камень. Да, камень бы не особо помог. Подождите, ну как нам поможет камень? Книжка на яд нужна. Окей, нет, все неверно. Книжка на яд. Книжка на яд точно работает.
Потому что ты атакуешь, кулдаун книжки проходит, ты на него накидываешь яд, все, ты его убиваешь. Сбивать кулдаун. Да, а ты атакуешь противника, взбиваешь кулдаун, все. Книжка на яд, самая бритва Акама. Самое простое решение, самое верное. И первая наша идея была именно книжка на яд.